Здесь у нас подзорная труба. Это дальняя дача. Тоже местечко. Труба, в которую я наблюдаю реку. Которая буквально здесь. За окном. Вот если я выхожу на балкон, здесь недавно установленная кормушка для птиц, которая постоянно онлайн. Будешь смотреть, кто прилетает. Если птицы вызывают движение, она сообщает. Ну, мы только начали снимать, сейчас только приучаем птиц прилетать. И здесь вот это вид с балкона. Такая осень берет свое. Листочки уже практически опадают все. В этом году было шикарно. Осень, 2 месяца, просто продолжение бархатного лета. И вот то место, откуда бежала белка, где только что Винс видел, вот внизу ролик, это вот оно здесь, вот. Вон там, вот за этими елочками. Мы увидели эту белку, чуть дальше прошли, дача вот за этими окнами соседей. Ее не видно, но практически вот там, куда ведет эта дорожка. Вот. Так что здесь все очень близко. Вообще, конечно, это необычно шикарно, чтобы прямо под домом было место практически всегда свободное, где можно ловить рыбу, наслаждаться природой, иметь большую гладь реки перед своим носом. Наслаждаться в разное время дня и ночи, в разное время года какими-то там занятиями. Так что сегодня такой уже плюс 4, прохладно. Но очень хороший, тихий осенний денек. Я показал как раз вот где находится, где только что мы с Винсом гуляли. Мы так проходим по дорожке вокруг дома. Вот там вот проходим между домом, затем домом рядом. Вот там дорожка начинается, и вот так она огибает по берегу реки. Есть фотографии, видео как раз этих мест. Пока-пока.